Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». Сегодня у нас в студии заведующая кафедрой русского языка Рязанского государственного университета имени Есенина Юлия Александровна Южакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Александровна, поводом для нашей с вами беседы послужил ажиотаж вокруг нового закона, запрещающего сквернословить в средствах массовой информации. Вот что касается так называемой ненормативной лексики. Ведь многие из этих слов имеют вполне литературные корни. Так что же это, ругань или все-таки некий исторический пласт русского языка? Наверное, все-таки исторический пласт русского языка, к которому всегда было особое отношение в обществе. Недаром существовало понятие «табу». Общество пыталось защитить себя от того, что может быть неприятно, нехорошо. Ведь табу налагалось на слова, которые носят сниженное оценочное значение. Это как раз вот те слова, которые мы сейчас считаем матом. Поэтому, поскольку нежелательно их употреблять в речи, общество себя защищало от них. Понятно, что около 100% этих слов в приличном обществе нельзя употреблять. Так почему же мы их отовсюду слышим? Наверное, потому что употребляют эти слова люди с недостаточно высокой языковой культурой. Потому что становление языковой культуры человека происходит с детства. И первые слова, которые он узнает, это слова, которые имеют значение называния чего-то. Потом у человека, маленького ребенка, возникает необходимость узнать слова, характеризующие, дающие оценку. Потом слова, которые выражают эмоцию, отношения. Все это разные слова в языке. А вот если ребенок с детства не читал хорошую литературу, не общался с грамотными людьми, у него появляется недостаток в лексике. И назывной, и характеризующей, и эмоционально оценочной лексики. Вот как раз этот недостаток возмещают слова, которые мы считаем нецензурными, бранными, слова, которые мы относим к мату. Есть какая-то тенденция, что сейчас этого в речи стало больше? Есть тенденция. Нет разумных оценок, нет статистических данных, конечно же, но однозначно больше. И по целому ряду причин. Я думаю, что, во-первых, в обществе как-то очень сгладились критерии того, что хорошо и того, что плохо. Если раньше человек, случайно употребивший какое-то нецензурное выражение, получал замечания от старших, от взрослых, от более образованных людей, то сейчас эти люди стесняются, стараются промолчать. И человек, сделавший один раз глупость, ошибку вот такого рода, считает это возможным и впредь, и дальше не ограничивает себя в употреблении таких слов. Вот ваше личное мнение по поводу закона, подписанного уже президентом, запрещающего в средствах массовой информации нецензурную брань? Ну, во-первых, надо сказать, что это не закон, а только две поправки к уже существующим законам. Поэтому ничего такого кардинально радикального не произошло. Отношение положительное, потому что даже если эти поправки, ну, как говорят специалисты, дублируют то, что уже есть, все равно это, ну, какой-то такой посыл к обществу обратить на это внимание, подумать и оценить, по крайней мере, свое использование лексических средств языка. А была ли в средствах массовой информации вообще-то брань? Вот, на мой взгляд, брань – это не то, что там слово, которое сказано и запикано, а, возможно, целое предложение, контекст которого является нецензурным. Ну, Министерство массовых коммуникаций назвало несколько каналов, газет и прочих средств массовой информации, где были конкретные случаи употребления нецензурных слов. Поэтому, наверное, было. Другое дело, что теперь появился обязательный значок для того, на какой возраст это рассчитано. И те передачи, которые выходят для детей или для людей с недостаточно еще установившимся тезаурусом, да, словарным запасом, вот в таких передачах такие слова не употребляются. Сейчас депутаты Госдумы пытаются обезопасить общество от нецензурной брани не только в средствах массовой информации, но и в кино, литературе, театре. Вот ваше отношение к таким радикальным мерам? Отношение двойственное. Те старые добрые фильмы, которые вышли еще в советские времена, подвергались цензуре, в них ничего такого нет. Наверное, это очень даже неплохо. Если в каких-то спектаклях, передачах подобные выражения встречаются, наверное, можно это объяснить
авторским заказом или какой-то там особой точкой зрения автора-режиссера. Вообще я противник такого выражения, таких выражений. Я считаю, что если человек достаточно образованный, грамотный, он найдет другой способ передать свои эмоции, свое отношение, свои мысли. Вот внеклассное чтение на вашем же факультете русского языка и литературы, которое я, например, проходила, читала, там очень много современников, в литературу которых крайне органично вписана вся эта брань. И ты читаешь и понимаешь, что без этого текст будет неполноценным. Ну, наверное, да. Вот в каком-то интервью Пелевин говорил о том, что в одном из его последних романов дважды употребляется слово, относящееся к нецензурным, и он будет стоять до конца за сохранение этих слов, потому что вот ему они нужны для решения каких-то авторских задач. Наверное, так бывает. А может ли случиться так, что люди вообще перестанут употреблять такие слова? Наверное, может такое случиться. Наверное, если люди будут читать хорошую литературу, воспитываться на классических примерах и на современных тоже хороших. Наверное, да. Но дело в том, что мат, решая определенные задачи, вот задачу, например, выпускания пара, да, эмоционального, он, в принципе, утрачивает свои позиции. Если раньше слова нецензурные имели главную функцию эпатажа, да, сказать так, чтобы тебе ответить не могли, то сейчас они эту задачу не решают абсолютно, потому что люди настолько образованы в этом смысле, что эпатировать, шокировать таким способом нас уже, наверное, нельзя. Поэтому задачу шокировать можно решать другими способами. Выразить любую мысль тоже можно литературным языком. Поэтому, наверное, когда-нибудь мечтать мы об этом можем. А что нужно для этого сделать? Может быть, поэтапно начать уже с чего-то? Я не знаю, что надо для этого сделать. И я думаю, что, по большому счету, закон эту проблему не решит. То есть он даст хороший пример. Наверное, он защитит маленьких детей от того, что не надо слышать по телевизору или по радио. Но, в общем и целом, это, наверное, не та мера. Я не знаю, что надо сделать для того, чтобы дети начали читать хорошую литературу в школе. Вот если эту задачу мы решим, тогда все остальное нам будет по силам. Возможно, тогда лучше начинать с себя. Конечно. На этом наша семиминутка подошла к концу. Напоминаю, что у нас в гостях была заведующая кафедрой русского языка Рязанского государственного университета имени Есенина Юлия Александровна Южакова. Увидимся через неделю. А у вас есть такая же? Только белая. А пенсию тоже вы мне в конверте приносить будете? Зарплата в конверте мне не подходит. Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России. Хороший директор. Без пенсии не оставит. Хороший райончик переехали. С этими красавицами я в садике буду играть. С этой девчонкой за одной партой сидеть. Ну а с этой в институте познакомлюсь. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Спасибо. Хорошо, что ты родился.